кончик хвоста остался, торчит из морды. Почти проглотил. Что-то он там растянулся везде. Вначале он обратно-то стянется. Он стягивает чешуйки. Слышишь? Тихонько чешуйки стягивает на шее. Я, наверное, все растянул, все мышцы, и только можно было. Зато наелся. Что-то он челюсть не хочет вправлять долго. Что-то долго оно, короче, толкать. Даже до середины тушки не дотолкал. Морда у него какая-то недобрая. Лёш, куснет меня? Да, он сейчас не напрыгнет, толстый, кто-то толстый. Тут обосрался. Сбылась мечта идиота. Дали большую мышь. То все, бегунки да бегунки. Что-то он, по-моему, не может сам поверить своему счастью. Когда он же рот будет вправлять? Смотрит на меня и все тут. Куснуть хочет. У меня мышей больше нету. Морда глупая, господи. Вроде змея, а морда глупая. Все еще тушку свою ужимает потихоньку. Передняя часть, она у него растянутая прям была. Мышцы сжимает. И чешуйки тоже. Ну, вроде нормально. Вот к середине тушки нормально уже. Не так растянуто. Переварит потихоньку. Лигейка переваривала и не таких. Что-то он мне не доверяет, прям смотрит на меня. Что я хочу от него? Да откуда я ее уже отберу? Он ее уже протащил до середины. Теперь переживает, как бы его не сожрали вместе с мышью. Мне кажется, он уже вправил челюсть, просто я не видела. Я, наверное, тушку снимала в этот момент. Потому что он уже нормально языком двигает. Да, он уже вправил давно. Ну, в другой раз засниму. Все покушал толстый змей.